Туя – растение семейства кипарисовых. Мало кто знает, но второе его название – дерево жизни. Поэтому выбор растения и место закладки аллеи весьма символично. Каждый день в сочинском перинатальном центре появляются на свет десятки младенцев. У нас вообще в городе очень мощная поддержка идет здравоохранения. Глава города только за последние вот два года выделил 114 квартир медикам нашего города. У нас сейчас идет строительство нового перинатального центра в городе Сочи. Для тех, кто высаживал деревья, добрая аллея имеет и другой смысл. Организовали акцию и воплотили ее в жизнь участники общероссийского семинара «Репродуктивное завтра России». Формально на память о проведении очередного форума. Но польза от этого не только им, но и городу. Мы попробовали один раз посадить пальму у Зимнего театра. У нас это получилось, но это не было никакой акции. Это мы спустились и посадили, просто посчитали своим долгом что-то оставить. Вот, это было 3 года назад. И коль был такой замечательный опыт, мы попросили город нам предоставить возможность посадить уже что-то более значимое и уже визуально запоминающееся. Вот, собственно говоря, вот такая аллея получилась. Кстати, в следующем году семинар также пройдет в Сочи. И уже сейчас организаторы начинают думать, какой добрый след оставить на курорте. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.